С 1 июля вступают в силу изменения в законодательстве относительно злоупотребления спиртным. Для водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, изменилась мера наказания. Если по старым правилам за подобное нарушение водители наказывали штрафом 50 тысяч рублей и лишением водительских прав на 36 месяцев, то по новым законам они станут фигурантами уголовных дел и лишатся свободы на 2 года. Уголовное наказание также предусмотрено за отказ от медсвидетельствования. Я так считаю, что пьяные водители – это не водители, их не должно быть категорически просто на дорогах, потому что сейчас, особенно в Армавире, у нас очень много молодых детей бегают по улицам, все мамы ходят, поэтому я категорически, конечно же, против всех этих, так сказать, нюансов. Давно надо было это решить в вакханалию. Почему? Потому что столько пьяных за руль. Я никогда, вот сколько стажа у меня, я никогда не садился за руль пьяным. Надо с первого раза прям уголовный давать, мне кажется. Или как в Таиланде я видел, там бьют розгами. Прям с первого раза. Если второй раз, уже вообще не хочется садиться пьяным за рулем. Это правильно. Усиление за пьянку, я всегда согласен. Человек, когда выпил, он не осознает, что он делает, поэтому он также сядет за руль, он не вспомнит о том, что уже уголовная ответственность. Поэтому я считаю, что все как было, так и останется. Да может меньше пить будет. Ну это ж невозможно. Сбивают и все, не слушают никого. В переходах даже он на зеленый, на зебру и то сбивают людей. Это убийца. Другого сказать ничего не могу. Надо лишать, сажать за пьянки, а там решать надо и самим. С одной стороны правильно, а с другой стороны мы сами тоже нарушаем. И пешеходы нарушают. Ну, естественно, что правильно. Пусть будет так. По мнению автора документа, введение уголовного наказания будет иметь профилактическое значение, потому что факт судимости по уголовной статье превратится для многих в черное пятно на биографии. Кроме того, к пьяным водителям, виновникам дорожно-транспортных происшествий, не будут применять условного наказания. В случае гибели одного человека минимальный срок наказания составит 2 года лишения свободы, если погибли 2 и более человек – 4 года. Изменения в правилах дорожного движения коснутся не только водителей, но и пешеходов. Так, с 1 июля в черте города в темное время суток инспекторы ГИБДД рекомендуют на одежде или хотя бы сумках носить светоотражающие элементы. Подобный атрибут будет просто необходим для тех, кто передвигается пешком по загородным трассам. Штраф за нарушение данного предписания составит 500 рублей. С июля 2015 года упрощается процесс оформления дорожно-транспортного происшествия, если в нем нет пострадавших. Водителям предоставляется по телефону описать инспектору ДПС обстоятельства аварии, а тот, в свою очередь, скажет, стоит дожидаться его приезда или можно оформить ДТП своими силами, что не повлечет за собой сложности в выплате страховки со стороны ОСАГО. Если авария мелкая, а ее участники не имеют друг к другу претензий, то они могут уехать с места происшествия без оформления ДТП, что, по мнению авторов нового закона, сэкономит время как водителей, так и инспекторов. Лариса Яровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».